Привет, друзья! С вами Фирсов Вячеслав и распаковка новой посылки. На 20 минут растягивать не буду, а то некоторые уже в комментариях пишут, что как можно было растянуть такую фигню на такое это самое большое время. Сейчас мы его аккуратно откроем, нашу посылочку. Так, что мы видим? По сути своей какой-то пакет. А по содержанию это кошель. Интересно, кожаный это или дерматиновый? Надо понюхать. Давайте. Ну, пахнет кожей. Вау. Это, наверное, для всяких там геликов. Потому что он что-то сильно большой. Наша русская купюра, по-моему, она поменьше. И утонет в нем по самые уши. Тут много всяких отсеков. Замок очень мощный. Это, наверное, для всяких там визиток. Здесь для визиток. Для всяких этих. Вернее, это же кошель, это не визитница. Это для дисконтных карт. Как сейчас можно говорить. О, а вот для мемористиков. Для симки штучка, а это для SD memory card штучка. Туда засовывать вот отсюда, да, вот отсюда засовывается. Понятно, до чего прогресс дошел. Раньше не было таких вещей. И здесь карточки, а это, наверное, для мелочи. Туда можно насыпать много мелочи. Сколько стоит, точно не помню, но 1000 с чем-то, по-моему, 1200. Это еще бралось по большому курсу доллара, когда наш доллар стоил очень много. Вот такая вот кошель. Всем пока, подписывайтесь на наш телевизионный канал Фирсов Вячеслав.